Юрьева, заходите. Здравствуйте. Тема моего диплома – женская логика. Миф или реальность? Вы, милочка, замахнулись на такую сложную тему. Это похвально, похвально. Я, с вашего позволения, начну. Попытаемся разобраться в этом вопросе на примере женской внешности. Не просто интересный пример, а еще и самый показательный. В этом вопросе мы, девочки, всегда ведем себя непредсказуемо. Объект исследования – женщина в условиях современной моды. Ну или почти женщина. Проблема в том, что она не знает, чего она хочет. Но явно не то, что имеет. Обладательницы коротких стрижек могут в один миг отрастить длинную шевелюру. Это не миф, это реальность. Есть же ленточное наращивание. Процедура длится около 30 минут и вполне безопасна. Никаких тебе высоких температур и вредных веществ. В процессе исследования мной выявлено, что женщины в этом вопросе упорны и совершают логичные поступки. А именно соблюдают обязательные условия. Продолжайте, Юрьева, продолжайте. Простые такие условия. Ухаживать за прядками, мыть шампунями специальными, расчесывать бережно, ну и делать коррекцию раз в 2-3 месяца. Было бы неверным утверждать, что женская логика однозначно существует. Я считаю, что существует она только в нужных для него дам ситуациях. А в доказательство вам вот такая ситуация. От природы кучерявые женщины мечтают иметь длинные прямые волосы. Действительно, это же так нелогично. В общем, не надо искать логику, надо идти и делать. Избавиться от кудряшек поможет кератиновое выпрямление волос. Кератиновое выпрямление не разрушает волос так, как это делает химическое выпрямление волос. Благодаря этой процедуре волос, напротив, выглядит более здоровым за счет насыщения кератином. И при помощи этой процедуры мы добиваемся сразу двойного эффекта – восстановления и выпрямления. Волос наполняется кератином, исчезает пористость структуры. Первые 3 дня шевелюру нужно будет оберегать, не использовать заколки и резинки. Эффект сохраняется от 2 до 4 месяцев. Самое логичное решение нелогичной проблемы. Я считаю, что данная тема актуальна, поскольку проблема эта в обществе стоит остро и учеными до конца не изучена. Мой доклад окончен, готова выслушать дополнительные вопросы. Юрьева, вот мой вопрос с подковыркой. Себя вы считаете логичной девушкой? Или нелогичной, а? Вам честно, логика не мой конек. У меня все в точности до наоборот. Нет, чтобы гордиться длинной прямой шевелюрой. Я вечно накручиваюсь на волшебную палочку. Эта плойка именно так и зовется. Завиток от нее получается естественным, как будто я от природы такая. Ну что ж, Дарья, с задачей вы справились. Поздравляю. И последний вопрос. Чем планируете заниматься после выпуска? Я дежурная пойду работать. Что-то мне подсказывает, что там мои знания пригодятся.